ДНР субботы установлен новый курс гривны к рублю. В указ главы ДНР от 26 марта о временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики в подпункт о применении официального курса при определении цен на товары, работы и услуги внесены изменения, согласно которым конвертация наличной украинской гривны в безналичный рубль происходит по курсу 1,5 рубля за 1 гривну, а не 2 к 1, как это было ранее.